самом деле это очень не просто благородный вид деятельности, а очень важный. Я скажу сейчас, почему, и вы сразу со мной согласитесь. Да, бездомные животные – это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают. Там, знаете, с дачи уезжают, когда люди, многие просто бросают своих питомцев, кошек, собак и так далее, которые ни в чем не виноваты, но реально страдают. И современный человек не может цивилизованный проходить и смотреть, как мучается животное. Это первое. Но с другой стороны, есть и проблема не менее острые, а бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения бродячих собак на людей, на детей. Опасная вещь. И поэтому нам цивилизованным образом, способом нужно решать эти вопросы. У нас принят закон совсем недавно. И там достаточно серьезно прописаны нормы того, как нужно обращаться с животными. Я сейчас не буду воспроизводить этот закон. Но твое предложение абсолютно в правильном направлении находится. Надо посмотреть эти приюты для животных, для бездомных, посмотреть, как это организовано, объединять все это, во всяком случае, в виртуальном пространстве, обмениваться информацией, опытом и совершенствовать практику и нормативную базу. Поэтому идея хорошая, постараемся помочь тебе. Спасибо большое. Тебе... Скажу.